лет не вылезали, 20 век не вылезали, звон сейчас не вылезаем, но кто-то должен тут делать. Так что воюем до победного конца, или, как там древние говорили, со щитом или на щите, но вернемся обязательно в ту одну шестую часть суши, которая называется Родиной России. Значит, всю жизнь меня очень близко сводило с ВДВ и ГРУ, вот со всеми спецслужбами, какие есть. Значит, батя мой был первый десантник 41-го года, под Вязьму десантировался, светлой памяти его нет. Вымпели, создавая вымпел, 50% почти это были ребята из десантуры. Мы учились на их боевом опыте, учились на боевом опыте ГРУ. Даже внутренних войск рядом стояли, потому что мы ничего не умели, все начинали сначала, после. Да, но это потом, во второй части, а сейчас пока... Я песня, которую услышал в 77-м году, вот от тех десантников, которые пришли со мной, вместе создавать вымпел. Разные песни, но первая песня такая. Лишь только солнце спустилось за лесом, лишь только сумрак окутал планету, молча десант в самолет и зашел, увидев сигнал ракеты. Молча десант в самолет и зашел, увидев сигнал ракеты. Мы будем прыгать в глубоком тылу, громить штабы и ракетные базы. Мы ставим на карту свою судьбу, надежность ее не проверим. Даже мы ставим на карту свою судьбу, надежность ее не проверим. Даже друг, через левое плюнь в плечо, выбрось из ранца хлеба буханку, пару гранат положи еще, хлебом не бросишь по танку. Пару гранат положи еще, хлебом не бросишь по танку. Кому повезет, останется жить, кому суждено совсем иное, под куполом белым на землю плыть с простреленной головою. Под куполом белым на землю плыть с простреленной головою. И вот рванувши рукою тельник и нож десантный свой обнажив, идешь вперед, как будто смертник, а за тобой десант, оставшийся в живых. Идешь вперед, как будто смертник, а за тобой десант, оставшийся в живых. Работу закончили мы до рассвета, земля дымится, чуть погоди. Позади базы ракетной песня спета, десант уходит, растворясь в ночи. Базы ракетной песня спета, десант уходит, растворяясь в ночи. Это песня 77-го года, я услышал первый раз. Тогда сошлись будущие оперативники КГБ и десантники, кто пришел в эту контору после, пели, значит, эту песню. Песню эту, вот, которую сейчас хочу исполнить, она почему-то, зачем-то надо было переделать в Афганистане. Ее переделали, я спою так. Написал ее Валера Первушкин, заканчивал Рязанское училище он. Написал давно, в 77-м, исполнил ее в 1001 раз, а я запомнил. В подлинном варианте. У десантника судьба порой коротка, как рукопашный бой. И небо синее над головой, и до звезды достать рукой. А ты прислушайся, летят, гудят самолеты в тишине ночной. И раскрываясь купола шуршат над твоею головой. Ты прислушайся, летят, гудят самолеты в тишине ночной, и раскрываясь купола шуршат над твоею головой. И нашей славе не завидуй ты, пусть даже дарят девушки цветы. А может завтра в тишине ночной
Я не раскрою запасной, но ты прислушайся, летят, гудят самолеты в тишине ночной, и раскрываясь купола шуршат над твоею головой. Ведь недаром люди говорят, что воды выкуют стальных ребят, и пусть любимые спокойно спят, они покой их сохранят. Ты прислушайся, летят, гудят самолеты в тишине ночной, и раскрываясь купола шуршат над твоею головой. А у десантника судьба порой коротка, как рукопашный бой, и небо синее над головой, и до звезды достать рукой. Ты прислушайся, летят, гудят самолеты в тишине ночной, и раскрываясь купола шуршат над твоею головой. Автор неизвестен, так что я честно сознаюсь, жалею, что не написал. Завидую. Всем завидую, что пишешь хорошие песни. Лёшке Грибанкову завидую, что он пишет хорошие стихи. Мишке Калинкину, что он пишет замечательные песни. Но это нормально, это белое чувство зайца расставляет жить дальше и совершенствоваться. Я так, буду что... Вот. А песню опять ВДВ посвященную, ее наверняка все знают. Написал ее сам десантник. Он замечательный драматург и поэт, и сам исполнит свою песню, Анчаров. Просто мы ее пели, я пою, то пели в 1977 году. Парашюты рванули и приняли вес, и земля покачнулась едва. А внизу дивизия Эдельвейс, мертвая голова. А внизу дивизия Эдельвейс, мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. И мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. И сказал Господь: «Эй, ключари, отворите ворота в сад! Даю команду от зари до зари в рай пропускать десант! Даю команду от зари до зари в рай пропускать десант!» И сказал Господь: «Это ж Гошка летит, Благушинский атаман! Череп пробит, парашют пробит, в крови его автомат. Череп пробит, парашют пробит, в крови его автомат. Он женщин любил, а они его, и грешником был он сам. Но где же другого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Но где же такого найдешь одного, чтобы пошел десант? Он врагам отомстил и лег у реки, положив на камень песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Так отдай же, Георгий, знамя свое, серебряные стремена, пока этот парень держит копье, в мире стоит тишина. Пока этот парень держит копье, в мире стоит тишина. И мчится лошадка, и стремя звенит, и счет потеряли мы днем. А жаркое солнце лопочет в зенит и бьет по камням. А жаркое солнце лопочет в зенит и бьет по камням. Ну, чтобы не подумали, что десантура — это такие серьезные, угрюмые парни, я спою другие песни, тоже про десантуру.
времен дяди Васи, бессменного, теперь небесного, там, но он все равно остается командующим ВДВ самым лучшим. Известный мотив. Ну, кто там не поймет чего, спросите у десантников, они сидят. Почему именно так, а не как сейчас? Вот кто это за горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем тельняшка полосата, штанишки задом наперед. На нем тельняшка полосата, штанишки задом наперед. Скажи, мой друг, скажи, касатик, зачем ширинка на заду? Наверно, ты проток, десантник, и где же, друг, твой парашют? Наверно, ты проток, десантник, и где же, друг, твой парашют? Зачем явился ты под осень? Зачем заставил горевать? Кой хрен тебя по свету носит и заставляет воевать? Кой хрен тебя по свету носит и заставляет воевать? Вот кто это за горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем тельняшка полосата, штанишки задом наперед. Ну, то есть понимать только, что задом приходит комбинезон. Там, кстати, удобнее было, чем сейчас гораздо. Ну, такой вымпел создавали. Прыжки там. Очень удобно. В любое время года там. Две молнии и все. Так, вторая веселая песня. К великому нашему горю, вот все, кто его знает, Леша его знает, умер в прошлом году. Полковник ВДВ. Замечательный человек. Петров. Ой, Воронин Сергей Петрович. Умер. Совсем жизнь справлялся, но с этой болезнью не смог справиться, как долго не воевал. Вот эту песню я не буду посвящать его памяти. Не буду говорить, это веселая песня. Он сам был жизнерадостным человеком, но очень спокойным при этом и все на свете знал. Но, он говорил, что эту песню написал, но пусть и так. Я ему всегда верил, как мы все. Песня шуточная. «Прыжки» называется. Белый купол, белый купол, белый купол на прыжок я уложил. Так зачем же на укладке ты мне грузик в парашютик подложил? Ой, так зачем же на укладке ты мне грузик в парашютик подложил? Вот я не имею в ожидании, скоро дрызнет этот грузик по мозгам. Ой, не мешало ян-то счастье разделить с тобой по-братски пополам. Ой, не мешало это счастье разделить с тобой по-братски пополам. Вот что это мимо просвистело, обдало холодным потом по спине. И отчего это захотелось в этот миг мне оказаться на земле? Ой, отчего это захотелось в этот миг мне оказаться на земле? И я признаюсь,
А ты послушай, вот скоро снова повезут нас на прыжок. И на первой же укладке завяжу тебе я стропы в узелок. Ой, да на первой же укладке завяжу тебе я стропы в узелок. Ой, белый купол, белый купол, белый купол на прыжок я уложил. Так зачем же на укладке ты мне грузик-парашютик подморожил? Так зачем же на укладке ты мне грузик-парашютик подложил? Зачем? Спасибо. Вот. Время еще есть, так там. Какую-то я хотел еще сегодня песню спеть. А. Нет, там провернуть, Юрий, ты бы сказал какую-то. Верстаковскую. Верстаковскую. Вы бывали в Бадахшане? Да, вот. Витя Верстаков, полковник РВСН, заслуженный писатель России, пропал навеки в болотах Тверской области. Оттуда не вылезай, за уши не вытянешь. Один раз только вытянули его оттуда. В деревню с романтическим названием Бирюльки, и не вылезает оттуда. Поэтому я с его разрешения пою за него песни и деньги тоже за него получаю. За что он согласен, только никак меня не трогает где-то. Я две хочу песни петь. Первое, все, что мы делаем с Мишей Калинкиным, значит, батальон и разведка, как бы название фестиваля, а вообще-то творчество называется офицерский романс. Вот как только нас не обзывали, и барды, значит, там, в погонах, барды без погон. Я всегда отвечал, да бросьте на это название, ну чего у нас все барды. Три барда бордель уже получается, по-вашему, и так далее. Не люблю это слово, авторы-исполнители больше подходят, военных песен. И то, что мы делаем, мы офицерский романс. Вот это пытаемся возродить давно забытое творчество военных людей России, имперской, раньше все это было, как можем. Значит. И по этому поводу хочу, хотя бы надо было сначала, но я раньше начинал все концерты, вот наш Миша, этими стихами Виктора Верстакова. Он, правда, в виде песни его сделал, но так. Я поэтому постараюсь прочитать. Она так называется, офицерский романс. Там все, он объяснил, сказать, зачем и почему все это делаем. Офицерский романс. Желтый лист на погоне. Или слышно эхо далекой войны. И чужие глаза. И родные ладони. Гарнизонный явь. Офицерские сны. С 18 лет под военные марши мы служили и жили, и верили в них. Офицерский романс. Он для тех, кто постарше. Он для тех, кто случайно остался в живых. Полковой барабан громыхает все глуше, все пронзительней пули над нами жужжат. Слух привык ко всему. Не привыкли бы души тех, что Богу и Родине принадлежат. Офицерский романс, одинокие ноты перетянутых струн в ослабевшей стране, замолчать бы навек. Но невидимый кто-то подпевает в полголоса там, на войне. И вот следующий, продолжаю песню Верстакова, такой переход, здесь небольшой, значит. ВДВ через Верстакова, но мы все воины, все офицеры, поэтому тут правда. Какую я скажу песню? Вы бывали? А, да. Через Афганистан к Вымпелу. Значит, он уверяет, что это он посвятил мне эту песню. Но он написал, я знаю, что гораздо раньше это написал, про другого капитана, но не про меня. Но мне нравится ход его мысли, значит. Все правильно. Какая разница какой? Наш советский капитан, как написано. А где он? Какое подразделение? Мы бывали в Бадахшане. В
Узкогорный Бадахшан в Афганистане, Файзабад, центр этой провинции. Вы бывали в Бадахшане? Не ходите никогда. Он свое капитание, вы расхочете туда. Как живет и как он тужит, как перловку ест с ножа, как он родине там служит, головой не дорожа. А еще добавить надо, как по взорванным мостам он дошел до Файзабада и навек остался там. Пусть подпиленные пули свищут около плеча, парткомиссия в Кабуле объявляет строгача. А за что? За то, что строго запрещает пить Коран. Но ведь он же, слава Богу, наш советский капитан. Он живет не по исламу, у него одна жена. Он порой про Божью маму говорит, как сатана. Он суннита и шиита от бревна не отличит. Ну, хватил какой напиток, не дерется, не кричит. Так скажите, Бога ради, в чем виновен капитан? То, что служит в Файзабаде на Нагорье Бадахшан. То, что служит в Файзабаде на Нагорье Бадахшан. Я тогда еще Верстакова спою за его отсутствием. Глубокая маскировка его бирюльки, там не вот. Хорошая песня, он пишет и поет, но, к сожалению, редко появляется, потому что надоело все. Он тут вообще продолго рассказывает, сам тебе не скажет, как он 15 лет ездил, перечитал наизусть, вышел жития всех святых и ездил по храмам, монастырям, чтобы там место прибежище найти для измученной души. Ничего, но не буду говорить, тут люди верующие. Он там нашел, после этого уехал в бирюльки, сам себя в изгнание отправил. Но песни он писал и пишет хорошие, значит, да? Вот. Это Афганистан, ни сон, ни обман, я память друзей не предам. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль и наш поворот на Баграм. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль и наш поворот на Баграм. Ударил фугас, но Бог меня спас, не ведаю, свой или чужой. Над грудой брони смерть по времени, я, кажется, снова живой. Над грудой брони смерть по времени, я, кажется, снова живой. Мальчишка, солдат, усатый комбат и старый седой генерал. Не хватит свинца, чтобы наши сердца живые забились не в лад. Не хватит свинца, чтобы наши сердца живые забились не в лад. И дело не в том, что будет потом, как встретят нас в нашей стране. До крика держись, недолгая жизнь, но дольше обычной вдвойне. Да круг крика держись, недолгая жизнь, но дольше обычно вдвойне. Нет, Афганистан, ни сон, ни обман, я память друзей не предам. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль и наш поворот на Баграм. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль и наш поворот на Баграм. Покончит Верстаков. Не покончит, а так с этим, с этой сериалом. Оно песню споел. Замечательная песня. Я вообще люблю творчество Верстакова, читаю в чем-то учителя. Вот такая песня. От боя до боя недолго, не коротко, лишь бы не вспять. А что нам терять, кроме долга? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме долга? Нам нечего больше терять. Пускай на обломках державы весь фронт наш незримая пять. Но что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять. Фуражка и волосы серые, но выбилась белая прядь. А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять.
А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять. Звезда из некрашенной жести восходит над нами опять. Но что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. В короткую песню не верьте, нам долгая песня подстать. Ведь что нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Ведь что нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Это, безусловно, относится ко всем офицерам Великой Империи, сейчас России. Но все равно мы Великая Империя, одна шестая часть света. Вот 19 августа всего года исполняется 30 лет создания вымпела, где я имел честь 5 лет первых с самого начала отслужить. Это было создано по личному предупреждению Андропова после удачного штурма города Кабул 27 декабря 79 года. После этого решили сделать на базу КГБ, на базе КГБ и остальных силовых структур спецподразделение. Она называлась диверсионная разведка или диверсионная разведка, или разведка специального назначения. База 101 объект Балашихи, диверсионная разведная 101 школа. Специально для действий за рубежом на особый период и без особого периода. Начиная от устранения президентов неугодных. И кончаю, ну там много перечислялось, организации банд подполья, организации повстанческого движения, вывоз нелегалов силовой, много чего там было задумано и начало делаться, пока не наступил 91 год. В 91 году раз, в 90 году третьем, два, вымпел отказался выполнять приказ президента и за что был переподчинен МВД. Откуда все, кто отслужил там больше 10 лет, тут же дружно писали порта и ушли на свободу, так сказать. Но вот эта песня написана... Насколько я знаю, никто ничего не написал там, хотя вымпел подразделение осталось, там героические ребята уже, там уже в сыновья нам годятся, лейтенант, старшие лейтенанты. Вот воюют, этот да, стоит посреди, в той же Балашихе, тоже посреди поля стоит. Но я пою про этот центр, сейчас песни. Откуда его привезли, с какой страны, не знаю, автор тоже неизвестен. Значит, судя там... По экипировке противника это откуда-то из Африки, ну там из песни понятно, но точно. Вот у нас негласный гимн вымпела, старого вымпела, боевого. Бой затих у взорванного моста, ГС растаяло в мгле, зампады не терпящие удобства, умирает на сырой земле, жаркая нерусская погода застывает на его губах. Звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет. И к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет, подойдет. Посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурит глаз. Скажет, много кушал бледнолицый, русских буду кушать в первый раз. А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют дяденька-шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они.
пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорни. А начинало дело вот как. Декабрь 79 года, Кабул взят, осталась маленькая крепость Поличерхи, где была тюрьма там, центральная. Вот баллада о взятии этой тюрьмы. Нам пришел в палатку Федя с озабоченным лицом и с прискорбием сообщил нам, хоть казался молодцом. Будем брать мы в чистом поле, отказаться не с руки, то ли пули, то ли поле, знаю только, что черхи. Хоть буржуйки дров уж нету, жарко в споре молодцам, как же брать нам крепость эту? Спорим мы и тут, и там, силы как расставить спорим. Ох, дебаты горячи, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Наконец нашли решение, все расселись по местам, и теперь уже не в споре будет жарко молодцам. Понеслись по чисту полю, ох, и стены высоки, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Вот уже ворота близко, засверкали огоньки, к нам навстречу сау мчится, в ней сидят их дураки. Крики, вопли, рев от боли, встречи сау нелегки, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Мы ворота залетели и задумчиво стоим, сау же из пушки лупит по чужим и по своим. А того, кто план подсунул, мы подняли на штыки, в этой пуле прямо в поле, прямо в крепости черхи. Наконец с небес спустились, оторвались от земли, пулеметы захватили и на фарах замели. Выпуска, а Валерка в это время влез в фекальные силки, прям в пуль или в поле, в этой долбанной черхи. Но потом нашли Валерку, видим прямо под окном БМД, и очень пахнет развороченным дерьмом. А ребятам не до смеха, захлебнуться ведь и могли, прямо в пуль, прямо в поле, прямо в крепости черхи. Нам запомнится надолго крепостная эта жизнь, комендант, собачий холод, даже мать его Азиз. Поцелуй кучи теток из семейства Тараки, в этой пуле или поле, в этой долбанной черхи. Вот, а так, значит, это, а за два дня до этого брали генштаб. Вот такая хронология декабря, 79-го. Шестнадцать парней, мы в спецназ все одеты, нету братства тесней, и святей его нету. Отпустили усы, мы здесь все иностранцы, хоть щедрук и носим, не похож на афганца. Слышит брат тарарам, 6:15 начало, 36 килограмм, как сигнал прозвучало. И пошли полоскать с чердака и до входа, смерти нам не искать, нынче смерть вошла в моду. Повязали Якуба, завалили Якуба, повязали министров, было тяжко и туго. Вот бы спирта канистру, но военный трофей, лишь бутылочка скотча, пора да всем налей, даже тем, кто не хочет. Но военный трофей, лишь бутылочка скотча, пора да всем налей, даже тем, кто не хочет. Вот горячка прошла, по дворцам мы гуляем, о Сибири родной и о милых мечтаем. Хоть генштаб весь в крови, мы пред Родиной чисты, ты за смерть не кори, а в просвет этот мглистый. Хоть генштаб весь в крови, мы пред Родиной чисты, ты за кровь не кори, а в рассвет этот мглистый. Стало ясно теперь, к нам судьба благосклонна, в группе нету потерь. Мы уходим колонной, не забудем Кабул,
тот декабрь не забудем, как бы ветер ни гнул, верны братству мы будем. На 16 парней мы в спецназ все одеты, коль велят, повтори, мы готовы на это. На 16 парней нас мотает по свету, нету братства тесней, и святей его нету. Это про Генштаб. Теперь по самому Амин Таджбек Кабуна. Там тоже было веселье такое, значит. Два раза подымались, два раза совещались. Спецназ сидел, спецназ молчал. Потом взяли, это сразу, правда, погиб при штурме первый герой Советского Союза по смерти, полковник Бояринов, командующий КОС, основным составом. Ну, а потом охраняли уже по браку. Песня о том, значит. Ну, парванист, знаете, уже объяснял как-то. Наплевать по барабану, пофигу. Хватались много афганских слов, но пусть он дарит. Я нужно, не нужно вставлять. Так что извините за много иностранных слов. А вот уже все давно ящики связали, отходную провели, самолета ждут. Только нас порвани, снова не пускают, срочно нас во дворец к бобрыку ведут. Во дворце нас поселили мрачные хоромы, где от холода нас не спасал камин. Только нам, парванист, мы с холодом знакомы, и к тому же помог с водкою Амин. С автоматом стоим 3:12, с президентом едим плов, манты, изюм. Только нам, парванист, все хотят смеяться, а во дворце ж, как назло, ни одной ханум. Уникальные ковры топчем и ногами, серебро и хрусталь прочно в быт вошли. Только нам, парванист, мы ковры видали, и прицеленный огонь по мрамору вели. Перед сменой пьем, аж Рябинин злится, не дает стакана подержать в руке. Ну а нам, парванист, коль хотим напиться, водку можно разлить и в каменном мешке. Ну а если хотим мы повеселиться, кишмишовки попьем, лезем в «Жигули». Нам тогда, парванист, в нас автобус мчится, но пуштуну не совладать с наглостью Ильи. После трудных боев долго отдыхали, скоро мы из дворца ноги унесем. Нам теперь парванист. Опа. Не, коли есть Афгани, мы с тобой, подожди. Нам тогда парванист, коли есть Афгани, мы дубленками все ящики забьем. Лишь бы только в Москве нас не забывали, терпеливо приказ дома подождем. Нам теперь парванист, где б не указали, мы любому главе бошку оторвем. Потому вымпел и перестал быть вымпелом, прям с бессмертных слов Горбачева, сходящего по трапу с Фороза. Я думал, профессионалы спасут Россию, оказывается, это страшно. И все. И кончилась диверсионная разведка зарубежная. И что-то я забыл еще какой-то эпизод из взятия Кабула. А, ну это потом уже все прошло. И такие песни написаны на скорую руку участникам непосредственными всем вот этому. И пошли по базарам, там их два, зеленые, грязные. Грязные — это старые очень, пропадешь там не найдешь, там 7 этажей в землю, а зеленые новенькие. Штабников напрасно мы ругали, командиром отдан был приказ. В городе два раза мы бывали всего-то, эх, удача посетила нас. И каждый раз в кожушный ряд, эх, удача снова посетила нас. Слева справа ряд все контрабанда, морды все бандитские кругом. И это вам не Лейпциг и не Ванда, это не мадам Шарон Салон. Но мы скажем тоже не подарок, пистолеты ложим под ремень. Частный сектор приведем в упадок, с торгашом сердца у нас кремень. Брелок, наган и чемодан, ах, больше 100 афгани я не дам. Заходили дважды мы на грязный, там товаров разных пруд пруди. Продавцов там нет благообразных,
сердце так и ёкало в груди. И все стоят, и так глядят, будто скальп себя содрать хотят. Вот это походы редкие были. Но зато привезли такие товары, которых никогда нигде ни в Москве, ни в Советском Союзе, даже в Березке не видели. Отсюда такая ненависть к торгашам есть. Ну. И песня маршевая, походная, Юра Кирсанова. Клубится пыль и шорохом колес, мы разрываем тишину рассвета, и шепчет Бог, куда их черт понес. Но что не спится им на свете этом, и шепчет Бог, куда их черт понес. Но что не спится им на свете этом, ревет мотор, ему не по нутру сбираться на горбатую вершину и выиграть спор, не оборвав струну, не показав вершине нашу спину. И выиграть спор, не оборвав струну, не показав вершине нашу спину. Петляет зайцем горная река, и водомет наш парус и надежда, бурлит в бойницах мутная вода, но мы ползем уверенно, как прежде. Бурлит в бойницах мутная вода, но мы ползем уверенно, как прежде. Опасный склон, завыли тормоза, но БТР, держись еще немного. Из-под колес закапала слеза, дорожкой масла в пыльную дорогу. Из-под колес закапала слеза, дорожкой масла в пыльную дорогу. Но вот объект исходу прямо в бой, КПВТ исполнил сольный номер, и снялись мухи огненной стрелой, и в цель помчались, как на ипподроме. И снялись мухи огненной стрелой, и в цель помчались, как на ипподроме. Папаша Бог застыл на небесах, но не поседой, что мне с ними делай. Пусть будет пусть будет им удача в парусах, пусть будет жизнь награду им за смелость. Пусть будет им удача в парусах, пусть будет жизнь наградой им за смелость. Куда бы нас с тобой ни занесло, мы пронесем по жизни как награду. Мы среди живых, нам значит повезло. Папаша Бог дежурный по каскаду. Мы среди живых, нам значит повезло. Папаша Бог дежурный по каскаду. Были радостные моменты в этом Афганистане. Я, как уверяет мой друг комсомольский Коля Комиссаров, подожди, мы еще не весь интернациональный долг забрали, мы еще вернемся. Не все мы там забрали. А? Как у нас у етичек в родах, среди женщин шум и кавардак. Из Кабула к нам пришел отряд под названием «Кодовым каскад». Как взгляд каскадеров я пошла смотреть, и стояла, скрывшись за мечеть. Вдруг гляжу, идет ко мне один, синие глаза, молодой блондин. Как взглянула я на шурави, так в душе запели соловьи. Позабыла стыд и шариат, говорю, пойдем со мной, солдат. И пусть ты не обрезанный кафир, только для тебя устрою пир. Спать с собою рядом положу и сниму не только паранжу. Но глядит печально шурави, ты меня, красотка, не зови. Наш начальник, грозный машавер, заставляет спать нас в БТР. Глупый, неразумный шурави, ты минуты радости лови. Знаю я, в горах сидит душман, против русских точит ятаган. А шурави смеется, не пугай, всех душманов мы отправим в рай. На земле афганской будет мир, вот тогда мы и устроим пир.
пролетели дни, как листопад, и ушел в Кабул отряд каскад. А я жду, сгораю от любви, где ж ты, синие глаза и шурави? Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. А я жду, сгораю от любви, но где ж ты, синие глаза и шурави? Мушавер не пустил. Ну, такая песня, она вот как раз, возвращаясь опять к празднику ВДВ, в 103-м писал был. Только по приезду с десантником стали знакомиться, я там быстренько переделал одну песню, спою. Под веселую. На мотив общеизвестный. В подлиннике пою. Там почему-то стали петь, пропускать один куплет, переделал. Ну, не важно. Вот им наставление старшины срочника перед тем, как половина его людей, новички, то уже второй, и он ведет их в горы на очередной рейд. И чтобы поддержать дух, говорит: ребят, смотрите на все спокойно, с легкой иронией, чтобы не случилось. И улыбайтесь, почаще улыбайтесь. Такой старый, грамотный, опытный, кстати, старшина. Вот так. Если вам однажды перед рейдом в горы не досталась каска и бронежилет, вспомните, что где-то бродит вовсе голый, с вами, в общем, незнакомый снежный человек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали полетели лихо камни догонять, вспомните, что раньше вы так не летали, и, как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас духами нагло обманули, если гнев невольно в сердце к вам проник, вспомните, что в вашем автомате пули, их на все дуканы хватит. Вспомните о них, и тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Но вот дела посерьезнее. Если вас за ногу кобра укусила, если жить осталось только полчаса, что ж делать? Помолитесь Богу, соберитесь силой, и как в детстве начинаете верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Самый трагический... Ой, это не слезы, это вот, я не плачу. Но иногда хотелось, значит... Если вам замены нету из союза, если не пускают свидеться с женой, вспомните, ребята, Робинзона Круза, как 12 лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Калинкина нет, никто не знает. А, Калинкин здесь. 10 минут еще. Конечно. Да ты сам сказал без 15. Ну да. Еще 10 минут. Ну это общеизвестная песня. Она хорошо пошла, переделал Юрий Кирсан. Вообще-то песня села Кочеткова, участника той большой великой войны. Снится мне опять мой дом родной, лес о чем-то о своем мечтает, серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, не считая, серая кукушка за рекой.
Сколько жить осталось, не считаем. И прижался ласково к цветку. Стебелек багульника примятый. И звучат ленивые ку-ку, отмеряя жизни моей даты. И звучат ленивые ку-ку, отмеряя жизни моей даты. Снится мне обушка из цветов, вся в реминах тихая опушка. 80, 90, 100. Что-то ты расщедрилась, кукушка. 80, 90, 100. Что-то ты расщедрилась, кукушка. Я тоскую по родной стране, по ее рассветам и закатом, афганской выжженной земле. Спят тревожно русские солдаты на афганской выжженной земле. Спят тревожно русские солдаты. Они тратят силы, не скупясь. Им знакомы голод и усталость. Дней своих не копят про запас. Кто им скажет, сколько их осталось? Дней своих не прячут про запас. Кто им скажет, сколько их осталось? Так что ты, кукушка, погоди. Мне дарить чужую долю чью-то. У солдата вечность впереди. Ты ее со старостью не путай. У солдата вечность впереди. Ты ее со старостью не путай. Начитаем. Теперь, по прошествии многого времени, по-другому смотря на все войны, значит, начинаешь понимать, что же все-таки главное. Главное — это все-таки всем вернуться. Все вернутся сюда, где их ждут и любят, и надеются. И не за какие-то идеи, и не за какое-то там величие кого-то или чего-то. Просто даже на Фрейда больше похоже все это дело, чем на пропаганду, которую у нас тут полно. «Возвращение» назвал эту песню. Значит, да. Я земляк. Теперь давно уже Луховица и Коломна с коломенскими десантниками, ребятами, там много. Там сам большой боевой братство в городе Коломна возглавляет земляк по Афганистану, там разведчик 60-го полка. Песня была написана, и 2 августа, год 3 назад, исполнена первый раз. Сейчас попробую исполнить, надень ВДВ. Обниму я березу руками, припаду белоснежной коре. Я так долго топтал сапогами пыль и пепел дорог на войне. Обниму я березу родную с незажившим рубцом на стволе. В 41-м ты встретила пулю, что было предназначено мне. А там, где мой дом, где мой дом, скоро сирень зацветет в палисаде. Там, где мой дом, там, где мой дом. Помнят ли там о солдате?
Раскаленный в походах, сняв с плеча, положу на земле, и лицо от соленого пота я отмою в студеном ключе. Я дошел от Москвы до Берлина, я до Эльбы дошел, а такие и в огне прикрывали мне спину, дорогие мои земляки. Там, где мой дом, там, где мой дом, скоро сирень зацветет в палисаде. Там, где мой дом, там, где мой дом, помнят ли там о солдате. Вот стою на зеленой опушке, надо мною звенит тишина. Не грохочет ни танки, ни пушки, и закончилась эта война. А за рощей раскинулись дали, с непокрытой стою головой. На груди моей пара медалей, орден славы и шрам пулевой. А за рощей раскинулись дали, с непокрытой стою головой. На груди моей пара медалей, орден славы и шрам пулевой. А там, где мой дом, там, где мой дом, скоро сирень зацветет в палисаде. Там, где мой дом, там, где мой дом, верю, жду и грустят о солдате. А там, где мой дом, там, где мой дом, ждут и грустят о солдате. Еще последний, крайний уже. Значит, песня посвящена Мише Калинкину и всем, как он, большой брат. Это Гро Гаша. У меня все, кроме меня, мать, отец, все грушники. Дядька даже грушник, а я комитетчик. Но там же, в тех же самых местах, с тем же самым, чем тем же самым концом, по тому же самому месту. И она одинаково относится ко всем. Эти люди военные ходят в форме так редко, в орденах появляются лишь в особые дни. Их работу нелегкую называют разведка, и нечасто до старости доживают они. Их работу нелегкую называют разведка, и нечасто до старости доживают они. Эти люди военные любят петь и смеяться, и грустят, как гражданские, а любимой своей только часто приходится им с Москвой расставаться. И все реже случается обнимать сыновей, только часто приходится им с Москвой расставаться. Все реже случается обнимать сыновей. Эти люди военные, каждой славы достоин, и пускай имена их в строгой тайне хранят, доказали не раз они, и один в поле воин. Доказали не раз они, и не ради наград. Доказали не раз они, и один в поле воин. Доказали не раз они, и не ради наград. И последнюю песню я всем желаю, этой песни, особенно товарищ офицер, вам, себе самому, вот, чтобы было все так, как в этой песне. Женщинам наждать, любящим иметь. Это про всех тех, кто выбрал тяжелый путь службы, когда себе не принадлежишь, и семье даже не принадлежишь. Ну, вы знаете, чего все мы объясняем, все это прошли.
100 тысяч дорог позади. И снова далеко, далеко, а что там еще впереди? Дорога, 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 а что там еще впереди? Дорога, 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 ты сердце свое успокой. Напрасно, напрасно тревога, у нас просто адрес такой. Дорога, 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 у нас просто адрес такой. Дорога, 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 я выйду живым из огня. А если погибну до срока, останется после меня. Дорога, 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 останется после меня. Дорога, 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 100 тысяч дорог позади. И снова далеко, далеко, а что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. Еще не могу не спеть одну песню. Не надо, не хватает. Там время осталось. Был у меня замечательный друг, это был единственный поющий генерал. Виктор Павлович Куценко. Воевал он в Египте, в Сирии, в Афганистане. Когда землетрясение в Армении, начальник зоны там был ответственный. Он ушел от нас недолго. Вот у него была одна песня, которая мне очень нравится до сих пор. Нравится. Я всегда просил его спеть. Он там разные другие хотел. Говорит, Павлович, давай лучше одну хорошую, вот эту самую, вот эту песню. Она посвящает всем, всем нам, дорогие ветераны. Мы уже все давно ветераны. Душой-то мы нет, но так, по статусу. А он точно писал. Он писал классический австрийский романс, он сейчас послушаем. Зорька заиграла на моем пороге, вновь зовет из дому путь моя звезда. Мы с тобой привыкли сбором по тревоге, отчего тревожно в этот час всегда. Мы с тобой привыкли сбором по тревоге, отчего ж тревожно в этот час всегда. Отгремели трубы молодости нашей, в кудрях оставляя нити серебра. Вот и в гарнизоне всех мы стали старше, всех моложе были, будто бы вчера. Вот и в гарнизоне всех мы стали старше, всех моложе были, будто бы вчера. Пройдено по жизни много или мало, сколько нам еще отмерено пути. Времени быть вместе так нам не хватало, ты меня за это, милая, прости. Времени быть вместе так нам не хватало, ты меня за это, милая, прости. Так давай присядем перед путь-дорогой, наши полминуты есть еще у нас. Мы с тобой привыкли сбором по тревоге, расстаемся снова, будто в первый раз. Мы с тобой привыкли сбором по тревоге, расстаемся снова, будто в первый раз. Спасибо всем с наступающим праздниками. Добра, удачи. Я бы хотел сказать всем, тем, кто еще не в курсе, вот Павел Яковлевич Поповский сидит, легендарный, замечательный полковник, у него есть... По поводу 2 августа есть чего сообщить, друзья. Это будет замечательно. Поддержите, приходите. Ну, сейчас сам все скажет.